Кишинев, ресторан национальной молдавской кухни. Нам платили. И начинаем знакомиться с национальной молдавской кухней. Пиво тоже бывает. Очень вкусно, кстати, пиво. Так, мясное ассорти специально взяла для того, чтобы смотреть. И вот тут у нас что? Колбаса кровяная. Очень вкусная. Колбаска это, скорее всего, кровяная. Чесночок, кукурузница, лучок, зелень и перчик. Острый. Он маринованный или свежий? Перец? Да. Скорее всего, свежий. Сейчас посмотрим, проверим. Так, еще у нас есть хлебушек. Пока нам готовят другие. Да? Кушайте, кушайте. Так, и как сало-то? Сало не солит. Солит не. Ладно. Да, можно солить. Немножко длинное сало. Соли. Соли на сало. Вот так вот. Да, кровяночка. Кровяночка у нас просто обалденная. Я такую 1000 лет не ела. А это домашний кусочек колбаски. Так, и так. Так, приступаем ко второму. Вернее, к основному блюду, да? Второй части морозильного блюда. Громче. И это у нас, вот она, знаменитая мамалыга. И там маслица налита, да, получается? Да. И к ней... Сливочная маслица. Сливочная, к ней соус. Это сметана. А вот это что такое? Соус из чеснока. Там, я так поняла, укроп. Чеснок, масло. Масло оливковое, водичка, соль. Да, и здесь вот немножко есть у нас... Жюмери называется. Вот это вот жареное. Это жюмери. А, это шкварки. Это шкварки, куриные шкварки. Куриные шкварки. Да, с мясом, вкусные. Так, попробуем сейчас. Да. А это... Вот это беленькое, это у нас что? Это брынзочка натертая. Брынзочка натертая. Да, вот берется мамалышка и макается. И еще яичко. И вот берется мамалыга. Да, и макается в брынзочку, потом вот макается в чеснок. Или берется в брынзочку, макается в сметану. То есть вот композиции устраиваются. Да, на сочетание вкуса. На сочетание, да. Ну что, приступаем. Желаю вам приятного аппетита, пофтебуне. Как сказать? Пофтебуне. Пофтебуне. Да. А ответить как надо? Merci frumos. Merci frumos. Ну что ж, начинаем. Ну вот и десерт. Называется он как? Творожные пончики. Прям, нет, по-молдавски? Нет, по-молдавски. Я сейчас уже не вспомню. Я так накушался всего, что я уже смотреть ни на что не могу. Я знаю единственное, что они политы, скорее всего, черной смородины. Но это сметана наверняка. Сметана, черная смородина. Да, и черная смородина. И творожные пончики. В общем, 160 грамм, но после всего, что съели раньше... Они будут выглядеть как 560 грамм. Я сейчас буду, да, совершать подвиг. Ну, попробуем. Попробуем, значит, вот они вот так интересно выглядят. Такие вот, видите, маленькие. А, это, видимо, они скатывают такой этот жгутик, да, и да, это... Да, и нарезают. А потом нарезают. Да? Потом нарезают. Так. Да, да. Ну, сметана была очень вкусная, вот, которая с мамалыгой. И вообще, удачная, вообще здесь все вкусно. Ммм.
Я чтобы... вам в этом не помощник. Как это? Я сейчас предложу. Но на самом деле очень вкусно. Ну хорошо. Давайте я одну. Одну. Специально для кино. Попробую. Специально для кино. И оцените, как? Ну и как? Феерично. Ну, здесь действительно вкусная еда такая, просто вот... Воздушная, очень воздушная. Сало какое было, это вообще непередаваемо. Это кровяночка. С холодненьким пивом. Да, пиво, кстати, молдавское, да? А как называется это? Кишинел. Как называется кишинел? Классно. А что придумывают там какие-то драфты, еще что-то? В общем, ребята, все в Молдавию. Так, второй пончик пошел. Ну, это для кино я стараюсь. Понятно. Так что приезжайте в Кишинев. Здесь прекрасно, и все очень вкусно, и все натурально. Ну, по крайней мере, вот специально. И радуйтесь жизни. И радуйтесь жизни, это точно. Здесь прекрасно.